Всем привет, дорогие подписчики, зрители, а также гости моего канала, с вами Ночь. Сегодня я записываю продолжение нового ролика по Роблоксу на сервере Military Tycoon. Короче, тут такое дело, что в прошлом ролике у меня было где-то почти 200 миллионов рублей, не 200 миллионов рублей, а у меня просто 10 миллионов денег было у меня, как сказать. А теперь у меня уже 93 миллионов. А почему? Скажу вам одно. Дело в том, что сегодня я купил новый корабль, или новый крейсер, я лучше скажу, так называемый корабль, ладно. Но корабль выглядит такой гигантский, что я не ожидал от этого. И я сам не ожидал, самое большее, что я потратил, знаете сколько? Давайте лучше скажу, у меня, когда, перед тем, как я начал покупать, у меня было 192 миллионов, а теперь у меня 93 миллионов. Чтобы вы поняли, ребят, я потратил минимум, лучше скажу, пускай будет 100 миллионов. И вы понимаете, ребята, что я потратил половину все, что я заработал. Кроме этого, сегодня обновили теперь на центре, но остров не обновили опять. А хочу вам сказать, что не только можно прилетать или поплыть к острову, а даже можно к нему подъехать. К этому благодаря построено две мосты, которые ведут к дороге. Давайте я вам сначала покажу, что они добавили, что за корабль, и будем смотреть. Пока я буду идти, ребята, я вам покажу сейчас скриншоты, которые я выделил и скачал. Просто так, чтобы вы поняли, сколько и что они там добавили. Вот. Короче, вы сейчас видите в экране, что разработчики добавили три обновления, хотя одно обновление вообще не интересно мне. Мне главное интересное обновление эти две, что они добавили. Это у нас особенно корабль. И обновили на карте. Ну, я вам покажу, когда обзорим этот корабль. Я вам сейчас покажу. Значит, я его буду сейчас спавнить. Вот, нажимаю эту кнопку, и надо найти. Это у нас называется разрушитель, скорее всего, да? Нет, это у нас не разрушитель. Я просто смог наконец-то взять и наконец-то смог уже перевести на русский язык, хотя бы. А то я задолбал на английском, я уже привык сильно. Давайте сейчас я вам найду, покажу, что это такое. Я потерял тут очень много. Вот, давайте сейчас я найду. Тут просто кошмар. Ну, давайте лучше я просто погуляю по ним. Лазертанк нет. А что это у нас, Абрам? Нет, у нас Абрам точно не подходит. Разрушитель 100% нет. Давайте покажу вам. Нет, нет, нет. То нет. Тут просто очень много, вы понимаете? Здесь очень много. Это что у нас? Короче, не... О, вот она, ребята, это у нас Умата, господи, я думаю, скажу лучше Ямато. Пишите в комментариях, как это начинается правильно. Тут, видите, просто не все русский язык написано, видите, тут половина на русском языке, а половина на английском. Давайте, ребята, лучше я заспамлю. Ой, что это у нас, что я тут наделал? Погодите, ребята, я тут случайно, у меня что-то случайно получилось спавн. Спавнилось. Короче, вот, давайте еще раз я нажму кнопку. Я не могу нормально поехать. Что это за херня? Я вообще застрял. Итак, ребята, я смог наконец-то это все сделать, потому что я уже сбесился от того, что тут такая дебильная проблема была. Но, ребята, выглядит большой. Он реально большой. Он сколько едет? На... 55 километров в час. Может, до 56. Но в зависимости от... Скажу... В зависимости от... скорости. Может быть, до 55-56 километров в час. Теперь, ребята, сейчас будем тестировать. Особенно будем стрелять по вертолетам. Что-то стоит, как, короче... А, он исчез. Ну ладно, пофиг. Значит, давайте просто будем стрелять. Ну что, поехали. Нихрена себе, ребята. Вы посмотрите, как он стреляет. Да тут необычно, не просто так стреляет, как у меня, вот видите, спереди, пушка. А тут есть еще маленький, который стреляет еще много, вот видите, не знаю, почему посередине не работает, но посмотрите, как они стреляют, вот это поворот, ребята. Я думаю, потратил 100 миллионов ради этого, но, а ракеты вы... А что это такое? Откуда это, что это было? А ну, погодите. Ничего не понимаю, ребята, потому что у меня что-то выпустило. Я нажал на букву F, и я не понимаю, что это было. А где это произошло, я точно не знаю. Но посмотрите, сколько это здесь. Я просто купил. Я его еще прокачал. Вот и все. Видите, тут еще
люди могут сесть и стрелять, то это просто гигантское, как будто это подводная атомная лодка. Я бы хотел, чтобы разработчики когда-то они бы это добавили, но не знаем, когда они это сделают. Надеюсь, в будущем они это сделают. А что это за те они сделали, я точно не знаю. Но, ребята, я вам скажу, это красиво они сделали. Поэтому пишите комментарии, как вам этот корабль. Но я скажу, мне понравилось, потому что оно хорошо стреляет. Смотрите, сколько стреляет. Видите, сколько этих пушек? 4, 8 их. А я не знаю, откуда это... кто это стреляет. Возможно, вот видите, который я махаю пушку, это оно стреляет. Вот и все. Но, ребята, будем смотреть. Я надеюсь, что хорошо стреляет, убивает и разрушает это все. Ну, а давайте, ребята, сейчас будем тестировать следующее. Не тестировать, а будем сейчас смотреть, это у нас, что они там натворили на центре. То есть, что они там сделали... на центре карты. Ладно, меньше с этим. Давайте сейчас лучше возьму какую-нибудь машинку. Потому что дело в том, что, ребята, я хочу быстрее добраться и быстрее поехать. Только теперь я не знаю, почему я не могу поехать. О, все, я поехал. Вот. Я хочу посмотреть, как они там сделали на центре, как эта дорожка ведет. Тут у нас, как обычно, просто самая обычная база, но... Ага. Знаете, что я вам скажу? Тут... половина есть наземная база, а половина нету. Почему? Потому что на месте половина находится маленькие города, которые около центра острова. Я сейчас подъеду и сами увидите, потому что вот почему. То есть половина это у нас наземная база, а половина у нас тут город... Ну да, просто половина несколько домов. Вот, и здесь просто кольцо. Давайте просто проеду по приколу. Вот и все. Видите, тут у нас сделали кольцо. Вот и все. Так, чтобы было по красоте. Они тоже неплохо сделали, но чтобы быстрее добраться к острову, чем ехать. Здесь такое кольцо и основная дорога, которая ведет к этому острову. Видите, они сделали столбы, которые красиво проезжают. Ну и все. А, кстати, я тут не понимаю, что это такое. Я думаю, Yamamoto Event. А что это за ивент? Ребята, объясните мне. Скорее всего, это какой-то бредское точно, я не понимаю. А, я все понял. Это у нас просто капитанское. Это просто капитан. Ну, вы сами просто прочитайте. Вы там сами увидели, что я там вам кидал. Я не прочитал, потому что мне пофигу, что это за фигню добавили. Но давайте, ребята, я просто по приколу повешу флаг Украины. Сейчас кто-то напишет мне реально в комментариях про реальную политику. Но, ребята, не дай бог, не пишите мне ничего об этом. Я вообще, мне не интересно, что происходит вообще. Я просто хочу играть, а не общаться с политиком. Так что, ребята, ничего хорошего не будет. Вот. К этому возвращаемся. В общем, ну, давайте насчет с того, что... я буду просто бегать, просто, чтобы мне тут давали очки. В общем, сколько баллов я буду ставить? В общем, ну, за то, что они добавили такой гигантский корабль, так называется Yamamoto. Как вам угодно называть, я точно могу так назвать, как и смогу. И построили небольшое... несколько домов, которые из кольца сделаны, чтобы можно добраться к центру острова. Ну, давайте я уже наконец-то отвечу, сколько балл поставлю. Я скажу, балл возьму лучше... ну, ивент такой себе, я вообще скажу больше. Это будет минус балл. Нет, минус 2 балл, потому что видите, что это за дебильный ивент. Но я поставлю лучше 7 из 10, лучше пускай будет, потому что это нормально, чем 8. Потому что 8, если бы было бы, то это бы было бы хотя бы чуть-чуть нормальный ивент. Ну, посмотрите, что это за дебильный ивент. Лучше бы я бы взял, короче... взял бы я, короче... поставил бы 10 из 10, но это фигня. 10 из 10 практически никак бы не было бы. 10 из 10, блин, я не могу нормально говорить, потому что наговорился. Очень редко может быть, потому что если они бы сделали очень хорошее обновление, которое всем понравилось бы, тогда бы я бы поставил 10 из 10. Вот и все. О, это у нас тут тот самый корабль, который я вам показывал еще пару роликов назад. Помните? Который собрали 400 просмотров. Кстати, спасибо вам большое, что вы собрали. Мне очень приятно. И вот. Так что вот. Но, ребята, пишите в комментариях, сколько вы ставите оценку, но я ставлю максимум 7 из 10. Все, ребята, я не могу точно поставить больше или меньше, потому что мне понравилось, особенно как они сделали проезд к мосту, проезд к центру острова и добавили нормальный корабль. Большой, конечно. Вот. Пишите комментарии,
как вам это обновление, как вам это, вот. Ну, буду вам, я буду тупо читать. И я так понимаю, его можно даже уничтожать. Вот, пускай этот корабль уничтожает мост, я так понимаю, его даже можно уничтожить, чтобы корабли могли проезжать, потому что иначе никак, видите? А ну, посмотрим. Ох, как они разрушили. Точнее, он разрушил. Ну ладно, ребята. Неплохо они сделали. Ставлю 7 из 10. Поэтому, ребята, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, пишите топ-комменты. Кстати, ребята, помните про страшилку, которую я записывал в Майнкрафте про Гренни? Отвечу вам, на следующей неделе оно будет на канале. Почему? Потому что... Почему не в этом выходным? Потому что проблема в том, что я не успею. У меня, хотя может быть онлайн уже... Если у меня онлайн будет происходить на следующей неделе... Блин, тут не дай бог ракет... Тупо одна ракета меня убила. Что сказать? Такая жизнь. У меня учитель так говорит всегда, математика. И разрушили мост. Вот это офигенно. Хорошая концовка. Концовка смерти. Так что, ребята, большое вам спасибо. Хочу вам пожелать удачи. Ждите новый ролик, который скоро выйдет на следующей неделе. Если на следующей неделе будет у меня онлайн, дай бог, значит, оно быстрее выйдет. Просто монтаж будет идти у меня пару часов. И все. Я думаю, у меня просто проблема с превьюшком будет. Мне нужно нормально сделать превьюшку и много эффектов добавлять это все. Особенно монтажить. Вот и все. Кто-то прилетает и меня начинает стрелять. Ну и пофиг, я уже выхожу. С вами ночь, всем добра и мира. Залетайте в Discord сервер. Мы край, у меня есть сервер. Вот, общаемся и так далее. Залетайте, мы будем рады вас видеть.